Вы знаете депутата вашего округа? Нет. Не знаю. Я вот только вселилась, поэтому я еще не знаю. Вы знаете депутата вашего округа? Я вот нет. А вы? Я видел его, фамилию не знаю, вот в этом доме живу. А вообще вам приходилось обращаться за помощью? Нет. Я как-то хотел, но он уже другой был. Кто-то его переизбирали, какой-то молодой. Но я его не нашел. Ходил, он говорит, а он уже не работает, там другой. А какой другой стал, не знаю, кто он такой. Скажите, пожалуйста, вы знаете депутата вашего округа? Нет, честно говорю. А почему? Не знаю, не интересовалась. А вы знаете депутата своего округа? Ах, не, знал как-то, но сейчас я не знаю. Был раньше бессмертный был. А сейчас кто? А сейчас, не знаю, честно, не интересно. А почему? Ни разу не приходилось обращаться за помощью, чтобы помогли в чем-либо? К ним за помощь? Я это в голове даже не держу, потому что это бесполезно. Это мое мнение личное. Потому что по жизни, по своей, я обращался. Ну, и только сам себе и делаешь. Помощь, вот у нас дом образ трещит, ему уже приходили комиссии все делать. Хотели сцеплять, обтяжку сделать. Нифига. Сказали, ждите. Вот на следующий год, может, начнут. Да я там не доживу, наверное. Спасибо. Знаете депутата вашего округа? Ой, забыла. Сейчас, как его звали? Забыла. Знаешь, что он в этом самом сидит все время. На ППВОСе он, у него там кабинет. Не знаю, забыла. Все. Забыла. А вообще вам приходилось обращаться за помощью? Нет, никогда. Никогда не приходилось. Никогда. Вы знаете депутата вашего округа? В лицо знаю, а фамилию не знаю. Знаешь, что из фракции КПРФ. Бочаров? А? Бочаров? Ой, я не знаю фамилию. Молодой парень. Ну, может быть, лет, наверное, 40. Вот они спортплощадку восстанавливали.